Снова пьяным сел за руль и нарушил правила дорожного движения, могут лишить автомобиля. Это инициатива президента. Верховный совет поддержал. Так предлагают наказывать тех, кого уже штрафовали за пьяное вождение и из-за кого уже пострадали или погибли люди. Только за 11 месяцев прошлого года в Приднестровье по вине нетрезвых водителей произошло 114 аварий. Один человек погиб, 18 пострадали. Те меры, которые на сегодняшний день законодательством предусмотрены, к сожалению, должного эффекта не приводят, и с чем президент и вышел с данной законодательной инициативы. Это дополнительный вид уголовного наказания, кроме тех санкций, которые предусмотрены, предлагается конфискация транспортного средства. К сожалению, наиболее тяжкие последствия в результате дорожно-транспортных происшествий и одна из основных причин ДТП – это управление состоянием опьянения. И самые тяжкие последствия – это и смерть людей, и тяжкие телесные повреждения. Проект закона приняли в первом чтении. Во втором рассмотрят, в каких случаях автомобиль конфисковывать не будут. К примеру, когда человек нарушил правила дорожного движения за рулем не своей машины, например, родственника или знакомого.